Всем привет на канале Оллачмен. Мы снова в эфире, и сегодня у нас в выпуске мы обсуждаем две темы. Дебаты в Бундестаге о снижении выплат социальных пособий мигрантам, нелегалам и беженцам и решение Конституционного суда по закону о выборах. Итак, давайте начинаем. В конце июля этого года Федеральный Конституционный суд принял решение, окончательное решение по закону о выборах. В чем состоит это решение? Для справки, в начале 2000-х годов мест в Бундестаге едва ли было чуть больше 500. Последнее правительство, которое было перед нашим вот этим вот зелено -ан... вот этим вот светофорным, довело количество мест в парламенте до 670. Сегодняшнее правительство, которое мы имеем радость наблюдать со всех экранов телевизоров, из всех радиоточек, со всех сатирических журналов, довело количество мест в парламенте до 730. Более того, в первый год правления нового правительства многие, а особенно зеленые и свободные демократы, кричали о том, что нужно довести количество мест в парламенте до тысячи чтобы многие депутаты, имеющие хорошие и умные идеи, могли войти в парламент и продвигать эти идеи в жизнь. Ну, по поводу умных и хороших идей мы этим уже сыты по горло. Зеленые, вошедшие в правительство и занявшие министерские посты вводят страну в сумасшедший регресс, в сумасшедший экономический кризис, несмотря на то, что другие страны над нами просто-напросто насмехаются. Но зеленые считают, что они поступают правильно. Может быть, у них цель развалить страну, как и Советский Союз, на разные разрозненные государства, чтобы эти государства начали между собой драку за кусок каравая, который остался от большой страны. Поэтому Конституционный суд Германии принял решение снизить количество мест в Бундестаге с 730 до 600 и ограничить это постоянством. То есть многие депутаты, которые, допустим, локальные политики будут выбираться на следующих выборах в Бундестаг, уже не могут рассчитывать на получение мандата в Бундестаг независимо от того, сколько голосов они набрали в своих локальных вот этих региональных выборах. Потому что если будет строго ограниченное количество мест в парламенте, заранее будет известно, какая консервативная партия на что может рассчитывать, то такие различные коалиции, как э, Союз Сары Вагенкнехт или э, Ультралевые, или же вот эти вот свободные демократы с зелеными могут уже сейчас начать бояться за свои места. Потому что с приходом Нового года, с новыми выборами в парламент, эти люди могут потерять огромнейшее количество мест. И вы знаете, это действительно, можно сказать, и слава богу, таких вот э, ненормальных людей, которые не знают. Как управлять государством нам в правительстве не нужно. Многие из них все еще руководствуются, как я уже как-то говорил, тезисами Владимира Ильича Ленина. Мы построим такое государство, в котором сможет государством управлять даже кухарка. Ну вот такую вот кухарку от партии зеленых, которая вот уже 20 с лишним лет или, по-моему, 30 лет, Клаудия Рот, мы имеем счастье, а может быть и несчастье наблюдать на всех встречах, на всех светских раутах где она несет такую лабуду, что просто люди, избравшие когда-то ее в партию, вернее, в партию-то вступила она сама, избравшие ее в парламент, поражаются тому, что она открыто позорит не только свою партию, но и свою страну. Посмотрим, если действительно в Бундестаге у нас будет всего-навсего 600 мест, скажем так, воздух станет чище. Как говорили раньше, чем меньше народу, тем больше кислороду. А значит и времени, и решений для принятия умных идей будет намного больше. Переходим ко второму вопросу. Депутат Бундестага господин Добринт выступил со своей речью, в которой Говорилось о следующем, что государственная казна не бездонная, денег в казне уже практически не остается от запланированных вот этих вот социальных бюджетов и программ на следующий год. Поэтому необходимо пересмотреть суммы выплат денежных пособий мигрантам, беженцам и нелегалам, особенно нелегалам. Потому что согласно статистике, Федерального криминального агентства за период с 2018 года по конец 2023 года в Германию прибыло нелегалов 12 тысяч. Это не то количество, о котором говорила Анна-Лена Бербок, министр иностранных дел, что максимум дюжина человек приехала. Нет, это намного больше. Это в тысячу раз больше, чем дюжина. 12 тысяч человек. И из этих людей практически на сегодняшний день не работает никто. Но они получают пособия. И многие из них жалуются сейчас на вот эту вот бицель карту, что ее не все магазины принимают. Что они не везде могут оплатить свой товар, который они набрали по этой бицель карте. И многие беженцы, вот эти вот мигранты, которые живут здесь уже годами, семьями, получив свои вот эти вот бицель карты, говорят, что... С этой картой они действительно чувствуют себя как нелегалы или как какие-то мигранты. То есть у них, их лишили человеческих прав в этой Германии. Вот один э, товарищ из Ирака, прибежавший сюда со своей семьей, с родителями, э, рассказывал о том, что они заплатили 30 тысяч евро вот этим контрабандистам, которые смогли их с третьего раза привезти в Германию так, чтобы их не обнаружили пограничники нескольких стран. Первые две попытки у них были провальными. Но, как сказал этот человек, деньги мы платим только тогда, когда мы уже вступаем на территорию Германии. То есть первые два раза, когда эти контрабандисты пытались их провести, их ловили, их отправляли обратно. Третий же раз они приехали через Турцию, Болгарию, Румынию. В Венгрию и через Австрию попали в Германию какими-то перекладными туристическими автобусами, но они попали. И когда они приехали сюда, они заплатили 30 тысяч евро этому контрабандисту. Только одна семья. И это не вранье, это на самом деле так и есть. Контрабандисты зарабатывают очень большие деньги на этих нелегалах. Нелегалы в надежде на то, что они вернут себе потом эти деньги, которые отдали контрабандисту думают, что им будут платить социальные пособия. Вы спросите, а откуда у этой иракской семьи были такие деньги? Этот человек рассказывает, что они продали дом, продали машину, продали абсолютно все, и на эти деньги совершили несколько попыток убраться из Ирака, попасть в Германию. Человек ходит в школу и рассказывает о том, что вот ему неприятно, когда... Они с этой бецаль картой ходят по магазинам и пытаются что-то покупать. В некоторых магазинах нет на вот этих вот э, кассы, кассовых аппаратах функции, принимающей оплату по бецаль карте. Но это уже недоработка правительства. Это не дискриминация человеческих прав, это недоработка правительства. И некоторых банков. И эту карту, многие говорят, вот допустим, э, научились покупать вот эти вот подарочные купоны и перепродавать их ультралевым вот этим вот зеленым, которые дают им наличные деньги. Такое есть, но не везде. А то, что говорят, мол, типа они обналичивают при помощи покупки какой-то радиоаппаратуры и так далее, мы можем просто-напросто этот миф опрокинуть, потому что в электронных магазинах на сумму свыше сотни евро по этой бицаль-карте купить ничего нельзя. Вот так. Поэтому возвращаемся к речи депутата Добринда. Естественно, его речь вызвала серьезнейшие дебаты в Бундестаге. Многие парламентарии начали говорить, что это неправильно, нужно давать намного больше, потому что идет инфляция, цены на все поднимаются, дорож... продукты дорожают, а денег брать неоткуда. Опять же, они сами себе противоречат. Идет ин... Рост инфляции не останавливается, цены на продукты повышаются. Денег брать неоткуда, но мигрантам и вот этим беженцам платить пособие надо. А те мигранты и беженцы, приехавшие сюда несколько лет назад и до сих пор не желающие работать, сидящие на пособии от социала, сидящие на государственных дотациях, потому что за них, мало того, что они получают эти пособия, за них государство еще платит квартплату, это сумасшедшие деньги они не хотят работать и не будут работать, вот эти вот сидящие на тех пособиях. И сразу же, это было в конце июля, это было в конце июля в Бундестаге, когда начались эти дебаты по суммам выплат социальных пособий вот этим вот мигрантам, беженцам и также нелегалам. И опять, да простят меня все зрители, весь ТикТок, у меня его нет. Мне просто коллега по работе говорит, вот я просто сижу, говорю, вечером смотрю, я поражаюсь тому, как они э, обзывают, унижают страну, принявшую их, давшую им убежище, давшую им пособие, крышу над головой, как они ее унижают, оскорбляют и чуть ли не плюют в лицо всей Германии. Вы прекрасно знаете, о каких беженцах я говорю. Многие из этих беженцев сейчас уже открыто, даже на том же самом ТикТоке. Между прочим, TikTok очень популярная платформа на Украине очень многие беженцы, приехавшие сюда в Германию и на сегодняшний момент живущие, скажем так, от пуза, уже собирают чемоданы, чтобы ехать в другие страны, а может быть даже возвращаться к себе обратно. То, что приехавшие сюда с западной Украины, сдающие там квартиры в аренду, живущие здесь на пособие, жируют от и до. Зачем где-то работать, когда тебе государство дает пособие? И это тоже сказал го господин Добринд, когда говорил о снижении выплат мигрантам. То есть он сказал, что центральная Украина и западная Украина не подвержены атакам российской армии, но однако же мы охотно, говорит, принимаем вот этих беженцев из этих городов. Что делают эти беженцы? У нас, говорит, они не хотят работать. Они просто не хотят работать. Поэтому для именно украинских беженцев существует уже жесткий проект, который, скорее всего, с сентября действительно вступит окончательно в силу. После того, когда они заканчивают языковые курсы, им, как они называют, джоб центр (арбайзант) начинает предлагать работу. Теперь же раньше было Три предложения и после этих трех предложений если человек все еще отказывается ему могли снизить пособие на 25 процентов сейчас же этот job центр предлагает работу если человек отказывается от этой работы ему снижают пособие на 30 процентов через месяц если он придет и вновь откажется от работы то ему могут снять 50 или 70 процентов этого пособия. Естественно, такое решение от правительства вызывает серьезные дебаты, серьезные дискуссии, и очень многие партии выступают против внедрения этого решения в жизнь. А именно, против этого выступают зеленые и выступают свободные демократы. Естественно, вот это вот решение по речи, по предложению депутата Добринда пока еще не принято. Дебаты все еще ведутся. И, скорее всего, перед выходом э, Бундестага, скажем так, на летние каникулы, такое решение может быть даже и не принято, потому что проще будет заставить тех мигрантов, приехавших сюда в 14, 15, 16 годах из Сирии, Афганистана, пойти на работу, или покинуть страну, чтобы не снижать выплаты пособий, допустим, украинским беженцам, приравненным сейчас, согласно 24 параграфа, по правам к местному населению. Намного проще будет заставить вот этих вот сирийцев, афганцев, иранцев, иракцев, приехавших сюда нелегально, заставить их вернуться обратно. Тем более, что среди них очень много криминальных элементов ведущих, увы, неподобающий образ жизни. Будут развиваться события дальше, будем снимать новые видео-выпуски об этих вопросах, об этих решениях, а также о решениях Бундестага, что они думают по этой ситуации, в которую, благодаря многим политикам, сегодня окунулась Германия с головой не будем называть вот эту вот массу, там, скажем, там, коричневым цветом или еще чем-нибудь, Германия окунулась с головой. Вынырнуть из вот этой вот массы довольно-таки очень тяжело. В первую очередь, благодаря нашим министрам, министру экономики Роберту Свет его Хабику, который не соображает, что такое 13 умножить на 13, или он не понимает, что, что H2O это обычная вода, а не какая-то ядовитая кислота. Этот же министр экономики не понимает, что Голландия и Нидерланды это одно и то же государство, но тем не менее он остается вице-канцлером и министром экономики. Дай бог, что в следующем году этот человек потерял все свои министерские посты и опять ушел куда-то на задворки политики немецкой, покрикивая оттуда, как какая-то мелкая собачонка из-под забора. Вы же идете по улице мимо забора, слышите, что там собачка гавкает. Вы же проходите мимо. Вот так будут проходить мимо и его, если он потеряет все свои министерские посты и все свои чины. Бог с ним, с теми деньгами, которые он будет зарабатывать себе до конца жизни. Скажем так, вот это, как он называется, депутатский пенсион в размере 15 тысяч. Что он, что его вот эта подруга, она Лена Бербов. Главное, чтобы их не было в правительстве. Главное, чтобы в правительство действительно пришли те люди, которые перевернут весь вот этот вот законопорядок в стране и наведут здесь уже действительно чистоту и заставят дисциплинированно многих мигрантов ходить на работу. А не просто так сидеть, пить пиво на улице, даже на детских площадках целыми днями. Материться, нигде не работать, да еще и оскорблять государство за то, что оно дало им крышу над головой. Странные понятия, двойные морали у государства. Но это политика, это правительство, которое мы избрали. И оно, увы, потеряло все доверие народа. Абсолютно все вокруг говорят, что это правительство должно уйти. Оно уйдет. А решение нормальные, жизненно важные решения, уже будут принимать другие. Как будут развиваться события дальше, посмотрим. А вам всем удачи, не болеть. С вас подписка, комментарий. Ну и, конечно же, умейте отличать провокацию от нормального мнения. Всем удачи, пока.